В пригороде Санкт-Петербурга, Сестрорецке, также состоялись городские гуляния, посвященные празднику Пресвятой Троицы. Основу праздника составили богослужения в храмах и общегородской Троицкий крестный ход. В молебном шествии приняли участие представители администрации города и греческая делегация, посетившая курортный район для заключения соглашения о сотрудничестве между Сестрорецком и греческой префектурой Халкидики, на территории которой расположено монашеское государство Святая гора Афон. Шествие закончилось благодарственным молебном в Петропавловской часовне парка Дубки. Чествование Пресвятой Животворящей Троицы в курортном городе Сестрорецке уже второй раз становится общегородским праздником как для прихожан городских храмов, так и для нецерковной публики. Молитвенное шествие по улицам города возглавили настоятель казачьего храма Тихвинской иконы Божьей Матери архимандрит Гавриил Коневиченко, настоятель собора первоверховных апостолов Петра и Павла протоиерей Михаил Петропавловский, глава администрации курортного района Алексей Васильевич Куимов, председатель муниципального совета Сестрорецка Александр Николаевич Бельский и прибывшие с официальным визитом гости из Греции. Губернатор области Центральной Македонии Апостолос Дидикостас и глава префектуры Халкидики Ионас Йоргас. Крестное шествие украсил строй казачьей общины храма Тихвинской иконы Божьей Матери со штандартом конвоя памяти святого царя Старостотерпца Николая II. Шествие проследовало к Петропавловской часовне парка Дубки. Посвященная первоверховным апостолам Петру и Павлу и святителю Николаю Чудотворцу, часовня в парке Дубки была выстроена на средства священника Петра Любецкого в память о чудесном избавлении города от нападения англо-французской эскадры 14 июня 1858 года. В тот день под огнем вражеской артиллерии во всех храмах города шла горячая молитва. Раньше здесь стояла часовня, и была она построена на том месте, где был ранен поручик. Произошло это во время русско-турецкой войны, когда франко-английская эскадра подошла к Сестрорецку и расстреливала город. Так получилось, что только вот несколько дубов было искалечено и был легко ранен поручик. Вот как раз это произошло на этом месте. В поговорческие времена часовня была разрушена, так же, как был разрушен храм Петра и Павла. И в 2014 году к 300-летию Сестрорецка вот эта часовня была восстановлена. В память о тех событиях вплоть до 1917 года сюда, в парк Дубки, каждый год 14 июня приходил Сестрорецкий крестный ход. В 2014 году возрожден был и крестный ход. Завершилось шествие молебным пением и краплением святой водой. Никто из участников крестного хода сухим не остался.